Всем большой привет, мои дорогие! С вами Ирина Дрим, которая совершенно недавно приехала из Кореи, когда еще были открыты все границы. В Корею я ездила со своей мамой, чтобы сделать пластическую операцию, и там же мы искупили всю вот эту косметику для себя. Часть косметики, которую мы привезли, мы уже раздали родственникам, друзьям, близким, кто заказывал у нас что-то. Ну и, да, собственно, не эта вся косметика составляла перевес. Было еще больше. Хотя вы скажете, куда больше? Ну да, косметика в Корее действительно намного дешевле, чем здесь, и было грех просто не купить ее в таком количестве. Сегодня мы поговорим о двух гигантах косметических, это Dr. Jart и Banabagi. Всю остальную косметику, я надеюсь, вы не против, мы рассмотрим во второй части. Во второй части будет яркая косметика, но сразу скажу, что сегодняшнее видео намного, я уверена, будет полезнее для вас, потому что такие гиганты, как Dr. Jart и Banabagi, они сделают ваше лицо просто невероятным. От фирмы Banabagi у меня не такое огромное разнообразие продуктов, поэтому я решила начать с нее. Слева от меня находится косметика линейки, основанная на молочном чертополохе. А справа у меня три разновидности масок. Я хотела бы начать вот с этой линейки, где нарисована такая капсула. Подобные маски вы можете найти в магазинах «Подружка» почти в любом городе. Также у них есть еще два официальных представителя в России, которые поставляют косметику Banabagi прямиком из Кореи. А я их напишу на экране, не запомнила. Во-первых, хочу начать с того, что вообще такое Banabagi, откуда взялся этот бренд. Banabagi — это клиника пластической хирургии, которая располагается в самом центре Сеула, в районе Каннам. Собственно, туда мы ездили делать пластическую операцию моей мамы. У них самые лучшие новые технологии. Кроме того, они занимаются уходом за лицом, то есть у них есть отдельное здание, где они чисто занимаются дерматологией, занимаются кожей, где делают различные маски, процедуры. Кроме того, они еще и зубы лечат. В общем, у этой клиники, у этих докторов есть своя собственная линейка косметики Banabagi, именно уходовой косметики. Стоит название из четырех имен глав врачей этой клиники, а именно Ban, Оу, Баг и мистер И. Ли. По-английски будет Ли. То есть это наполовину лечебные средства, точно так же, как и косметика Dr. Jart. Перейдем к этой маске, направленная на восстановление водного баланса вашего лица. В общем, она очень-очень увлажняющая. Маска не оставляет липкого слоя, это очень приятная эмульсия, которая впитывается быстро в вашу кожу. Маску делать нужно около 30 минут. Она все 30 минут продолжает оставаться мокрой, что очень приятно. После у вас эффект очень-очень увлажненной кожи. Как будто вот вас, знаете, облили водой. Но если сравнить с вот этим средство. Это просто невероятная маска, это самая вообще увлажняющая маска, которую я когда-либо пробовала. Premium RX называется она, здесь, как видите, нарисована даже вода, и эту маску маме сделали, когда она была на массаже, это была процедура после пластической операции, и я подглядела у девушки, которая делала ей маску, вот именно эту упаковку. Сразу после этого мы купили в клинике эти маски, целую упаковку, и на самом деле я бы купила, если бы была возможность, все три упаковки этой маски, потому что это что-то волшебное. Это не то, что вас просто облили водой, вам просто как будто ставили 20 уколов воды и вот накачали лицо. Кожа сияет, она напитана настолько, насколько вы никогда ее не видели такой напитанной. Эти маски направлены на восстановление баланса, восстановление цвета лица, но они не борются с какими-то там неровностями или если у вас есть прыщики, то есть это маски не для этого. Следующие маски, которая называется Anti-Age, эта маска вместе идет с фольгой.
Золотая фольга, возможно, видели, тоже представлена она в «Подружке». Я бы не сказала, что прямо сразу вы чувствуете кожу подтянутой. Нет. Еще одно преимущество этой маски — то, что уходят пигментные пятна. Естественно, эффект накопительный, то есть нужно купить 10 масок, делать их раз там, в неделю, раз в 5 дней, и тогда вы увидите, что пигментные пятна, они проходят. Фольга нужна в этой маске для того, чтобы донести все вещества под кожу в поры, которые раскрываются намного лучше из-за того, что есть фольга. Вы, если будете в Корее, то обязательно, просто обязательно купите себе вот эту линейку с молочным чертополохом, потому что эта линейка восстанавливает вашу кожу просто от и до. Она подходит абсолютно для любой кожи, для сухой, для комбинированной, для жирной. Она борется со всеми какими-то неровностями, с прыщиками, с пигментными пятнами. Эта косметика отбеливает. В общем, когда вы читаете список, то, что она делает, вы такие как-то, ну, вы в шоке, типа, ну, косметика не может действовать так хорошо и для всего. Но, поверьте, может. Нам очень понравилось, что тонер идет вот так сразу с сетом. Вы можете, в принципе, купить его и отдельно, но с сетом намного удобнее. Есть пустая баночка, из которой вы распрыскиваете, собственно, сам тонер. Он очень приятно увлажняет кожу, освежает ее и создает такую очень тонкую невидимую пленочку, скажем так, вот эту базу, на которую вы дальше накладываете свой уход. Это самая лучшая сыворотка, которую я когда-либо использовала. Я, если честно, иногда пользуюсь только ей и забываю там использовать крем после, потому что она настолько хорошо увлажняет кожу, что ты, ну, реально забываешься иногда. Она не создает какой-то пленки, она не липнет и... Что сказать? Она идеальная. Наверное, заметили, что все упаковки выглядят достаточно по-медицински, минималистично, что тоже вызывает такое доверие. Мне очень нравится этот крем тем, что он очень легкий, у него безумно такая прям полупрозрачная текстура. Когда вы его наносите, есть такое, знаете, прямо легкое-легкое ощущение, будто бы вы мажете по лицу бальзамом, но это не неприятно, это наоборот очень обволакивающе, приятно, нежно. Лицо сразу становится бархатистым и увлажненным. Я говорю все везде, я говорю сразу, потому что я не ожидала, что у косметики есть моментальный эффект. Я повторюсь еще раз. Здесь по 10 масок находится в каждой упаковке. В принципе, действие такое же, как у сыворотки, только умноженное на... Сыворотка плюс крем умноженное на x20, потому что одна такая маска, ну... Я могу сравнить ее вот с этой маской. Приблизительно они похожи по своему действию, но несравнима с вот с этой. И последний крем, про который я вам расскажу, имеет SPF 50+. Это точно такой же по текстуре крем, как и вот этот, без CPF-а, но этот предназначен для дневного использования в основном, да, а этот для ночного. Кореянки, они всегда используют днем крем с CPF-ом, потому что солнце, оно отражается типа даже от ваших ложек, от ваших ножей, и лучше всегда его использовать днем. Немножко о ценах теперь расскажу. Эти средства, конечно, не бюджетные. Эту косметику с молочным чертополохом вы можете купить в Питере, вроде заказать из магазина питерского, Мендон, кажется, он называется, но там цены, конечно, фантастические, очень все дорого стоит, приблизительно в 3-4 раз дороже, чем это стоит в Корее. Корейский магазин называется G-Market, и если вы в нем разберетесь, или у вас есть какие-то знакомые, которые могут помочь вам заказать с этого магазина, есть приложение на телефоне. Есть доставка в Россию, но, к сожалению, опять же, не вот этой серии. Возможно, когда-то появится доставка и этой серии, и тогда обязательно заказывайте с G-Market вот такую линейку. Когда мы покупали в магазине, который находится на окраине, еще и со скидками всю эту косметику, мы видели, как кореянки вот такими горами скупают весь косметоз, но по тем ценам, что он там продается, если бы мы жили в Корее, мы бы тоже все так скупали, потому что, ну что такое... Маска Dr. Jart там за 50 рублей. Если в России она стоит
1000 рублей, а там 50. Но вы бы же отдали за доктор Жарт 50 рублей, чтобы ваша кожа реально сияла. Или, например, за того же Банабаги. Ну, может быть, там 100 рублей, а не 50 отдали бы. Доктор Жарт — это тоже косметика, которую разработал дерматолог. В концепте каждого продукта лежит очень хорошие разработки. Эта косметика не скрывает, не имеет временный эффект. Она реально лечит вашу кожу. Давайте рассматривать то, что мы приобрели, и то, что я уже успела использовать. Начнем, как и в Банабаге, с линейки Гидра. Эти маски, две, не буду долго про них говорить, они также направлены на хорошее увлажнение кожи. Очень много внутри эмульсии, маска тонкая, не впитывает обратно всю влагу после использования ее. Мне понравились в одной упаковке 5 масочек, и одна такая упаковка стоила приблизительно 450 рублей в Корее, что очень поражает. Вот эти гидрокапсулы считаются новинкой. Это упаковка, состоящая из 30 капсул. Я, конечно, была в полном шоке, когда увидела цену на русском магазине. Я напишу на экране цену этой упаковки, ну, за сколько мы купили вот так много капсул. Естественно, конечно, из-за того, что берете упаковку, идет скидка, но все же я не ждала, что в России сделают такую цену на эти капсулы. Как использовать эту капсулу? Вы открываете, наносите половину капсулы на свое чистое, уже очищенное лицо пенкой. После этого ждете полного высыхания, то есть она работает как маска, и наносите вторую половину. После чего, например, вы моете свое лицо, да, через там 2 часа, 3 часа, и вы чувствуете реально, как будто вы смываете пленку. Хотя до этого вы уже ее не ощущали. Даже через день вы чувствуете до сих пор при умывании эту пленку. Хотя вы вроде все смыли, да, но все равно какая-то частички, они остаются. Я не знаю, как это работает, но по ощущениям это так. И все эти 2 дня вы реально чувствуете дикое увлажнение своей кожи. Я в восторге от этих капсул. Их, конечно, лучше использовать не как на постоянной основе, а как экспресс какое-то средство. Например, вы вчера не пользовались кремом, у вас что-то случилось или стресс какой-то. Вы используете вот эту Magic капсулу, и ваша кожа превращается в супер увлажненную кожу, напитанную. Далее давайте подробно о керамидин. Для кого это косметика? Если плохая погода на улице, зима, холод, это самая распространенная ситуация. Вы выходите на улицу, идете там долго до машины, до остановки, впрочем, неважно. Ваша кожа обветривается, разрушаются как раз-таки вот этот защитный слой, и керамидов у вас становится меньше, и вам нужно восполнять вот как раз-таки баланс этих керамидов у себя на личике и также и, в принципе, на теле. В линейке керамидов присутствует очень много средств, это конкретно у меня крем и мист, да, но вообще есть и гель для душа, и мыло для рук, и даже и крема для рук, и крема для тела, у них очень большая линейка. Также этот крем подойдет уже состаренной коже, чтобы помогать вот восстанавливать опять же все те же керамиды. Кроме того, он идеально подходит после какого-то кислотного пилинга, потому что происходит раздражение на коже, и вам тоже нужно восстанавливать ее. Также подходит, если у вас сухая кожа, шелушащаяся, но если есть какие-то раздражения, покраснения, то вам подойдет линейка ЦКПР, и об этом попозже. Мне очень понравился крем Mist, я прямо в восторге от него. Он наносится очень-очень нежным, тонким слоем, буквально пленочкой ложится на ваше лицо, и происходит невероятное увлажнение. Крем подходит как и для дневного применения, так и для ночного. Вообще в Корее практически нет такого понятия, как ночной и дневной крем. В основном все крема идут сразу и на день, и на ночь. Он достаточно плотный по текстуре, но если сравнить его с супержирными кремами, то я не скажу, что он прямо жирный, как детский крем. Нет, он напоминает бальзам, который сразу делает кожу тоже бархатистой. Если наносите его на лицо, вы сразу чувствуете, что вот тех жиров, которых у вас не хватало, они сразу восполняются. Плюс ко всему, этот крем вы можете наносить также и для рук, потому что сразу руки... Вот знаете,
Приведу еще такой хороший пример. Когда вы помыли, например, плиту и не использовали перчатки для рук, и вот этот, вот эта химия, которая попадает на руки, вы потом чувствуете, ну, что руки, они какие-то сухие, вы и очень нежные стали, как будто вот вы разрушили вот этот слой, но не как будто, а точно. И в этот момент, если вы используете крем с керамидами, у вас руки моментально, реально станут такими же мягкими, какими они были и до того, как вы помыли плиту. Ну, это самый такой бытовой простой пример. Так-то происходит то же самое и на лице, просто вы менее ощущаете вот это воздействие холода, как, например, химию на руках после плиты. Следующая линейка, которую имеет доктор Жартен, такая же она популярная, как и керамиды, это Цикабейр. Это просто волшебная линейка, если у вас есть какие-то проблемы, несовершенства, прыщики, воспаления, раздражения. У меня как раз-таки такая кожа, и вы видите, что себе я купила намного больше продуктов, чем линейки керамиды. Эта линейка содержит в себе центеллу азиатскую, она находится на первом месте в составе. Центелла — это то же самое практически, что и керамиды по своим свойствам. Она помогает вот восстановить вот этот нужный барьер кожи. Ваши покраснения сойдут на нет после ежедневного использования 100%. Но если сильных покраснений, каких-то проблем у вас нет с кожей, то можно использовать эту линейку локально на какие-то проблемы. И, ну, то есть не пользоваться, да, ежедневно, потому что как бы сильно дорого. Мое самое любимое средство — это вот такой крем, который содержит тигровую траву. Он зеленый, но когда вы наносите его на кожу, он начинает работать под ваш цвет лица. Ну, он на самом деле немножечко светлее, он прям такой светленький, оттенок имеет бежевый, но в основном он подстраивается. Это просто потрясающий крем, который работает не просто увлажняя и перекрывая ваши прыщики, а он именно лечит все покраснения. Кроме того, этот крем не выделяет прыщики, не выделяет текстуру вашей кожи, он продолжает ее увлажнять. Если кожа возрастная, морщинки тоже не выделяются, что очень важно. Наношу я этот крем ручками, не растушевываю кистью, все отлично наносится, он хорошо разносится по коже, и вот буквально вот такого одного мазка хватает, чтобы намазать на все лицо. То есть им вы будете пользоваться достаточно долго. Плюс ко всему хочу отметить, что здесь есть SPF 40, и это очень важно, особенно в летнюю погоду. Вам не нужно пользоваться солнцезащитными какими-то экранами, средствами, когда у вас и так раздраженная кожа. То есть ваше это одно средство помогает во всем. Недавно на критических днях меня высыпало на лбу очень сильно, около 10 прыщиков у меня было, и все это было красное. Использовав эту маску один раз, все покраснения сошли на нет. Не до конца, конечно, но вот, знаете, красный лоб, представьте, и потом он стал бежевым, с такими легкими-легкими покраснениями. Я была в шоке, что маска может так работать именно вот с раздраженной кожей, настолько сильно и быстро ее лечить. Это все помогают вот эти как раз-таки средства, которые есть в составе. Теперь, говоря о уходе, я уже использовала полностью свое мыло, но у меня, по-моему, у мамы еще немножечко осталось. Это пеночка, которая тоже помогает не раздражать, а увлажнять кожу, не пересушивать ее, что очень важно. Пенки все очень часто пересушивают, но конкретно это работает просто замечательно. Крем на гелевой основе есть у меня, и крем обычный, но перед этим я всегда использую вот эту сыворотку, которая просто имеет идеальную упаковку. Ну, не о упаковке, конечно, речь. Вот такая, ну, правда, шикарная упаковка. Мне очень она нравится. Здесь вот такая пипетка. Сыворотка очень приятная, имеет такой зеленый оттенок. Она тоже как водичка, очень быстро разносится. Часто наношу ее локально, конкретно на проблемные зоны, а затем использую крем для лица. Естественно, в гелевой будет более такая, знаете, тоненькая пленочка у вас на лице, более такой тонкий слой крема. Что касается такого крема, это для сухой кожи лучше использовать, да, то есть он более плотный, очень похож на керамиды, но имеет другой эффект. Но если у вас присутствуют очень глобальные проблемы,
то доктор Жарт изобрели новую линейку, она действительно появилась недавно, это линейка T-Treatment, называется она так, и у меня есть из этой линейки только пока что мыло. Если честно, я еще, так как ее не использовала, не могу рассказать конкретно о своем мнении, но все говорят, что вот она называется Ctrl-A, как будто вы выделяете Ctrl-A и потом просто нажимаете на Delete и удаляете все свои недостатки на коже. Я так предполагаю, что следующей моей покупкой станет тонер вот этой линейки T3, потому что у меня нету как раз-таки тонера бренда Доктора Джарт, но есть тонеры пока от Банабаги. И следующее, предпоследнее средство, давайте его оставим напоследок, скажем так, на сладенькое. А сейчас расскажу о масках, которые очень популярны и достаточно дорогие также в России. В принципе, в Корее они тоже дорого стоят, но в Корее их можно купить за 450 где-то рублей, у нас они продаются по 800, по 900. Ну, согласитесь, тоже не сильно дешево в Корее. Это маски, которые имеют два шага. Первый шаг — это ампула, в которой находятся все вещества, которые предполагает эта маска. Например, здесь коллаген, здесь, опять же, это супер гидра. Вы наносите сначала эту, скажем так, супер сыворотку, после чего наносите два пласта этой гелевой маски. И чтобы понимали, если вот вы лежите 40 минут, после этого вы снимаете эту маску, она станет у вас просто супер тонкой, то есть все, что находится, вот этот водный весь баланс находится в этой маске, он впитывается в вашу кожу просто идеально. На самом деле, мне кажется, после использования стольких средств на увлажнение своей кожи, моя кожа уже давно не сухая, а нормальная, но надо будет как-нибудь провериться, сходить в Эвроше на их бесплатную проверку. У нас есть последнее средство, это бибишка от доктора Джарта, и если я не ошибаюсь, и источники мои не врут, то биби-крем первый изобрели как раз-таки доктор Джарт, и оттуда все услышали и узнали о корейской косметике. BB-крем от доктора Джарта существует в трех разных видах. Первый вид — это вот такой черненький, имеет CPF 25 и отбеливающий эффект, а также антивозрастной, то есть он не выделяет морщинки, он наоборот подтягивает, и у него присутствует этот лифтинг эффект, в общем-то. Другой крем серебряный, он имеет CPF 35, у него нет лифтинг эффекта, вот этого антиэйджинга, у него есть просто отбеливающий эффект. Мне очень нравятся оба средства. На самом деле черный, когда вы наносите, вы прям чувствуете реально какое-то натяжение. Кроме того, есть самый лучший BB, но он золотой, я его на самом деле уже заказала его на Джуме, потому что там он был дешевле, чем в Ритуале в Ривгоше, и хотим очень попробовать этот крем на моей маме, посмотреть вот этот лифтинг эффект, потому что на моей коже как бы вы так сильно не увидите его, так что обязательно посмотрите видео с Джум, там будет подробный рассказ о как раз-таки золотом бибишке. Что касается серебряного, отлично пользуюсь, он подойдет для не совсем светлых девушек, примерно как у меня, может быть, оттенок кожи, если еще темнее, прям вообще отлично, но прямо белоснежкам не подойдет, потому что он имеет темный оттенок, хотя он и подстраивается под кожу, но прям совсем светленьких будет затемнять. Вообще по текстуре он идеален, он не выделяет ни шелушений, ни морщин, ничего, никаких вот прыщиков. Он отлично перекрывает, имеет такую среднюю, наверное, плотность, не совсем плотную, то есть вы его не ощущаете на своем лице. Также он не сильно влажный, не сильно сухой, продолжает увлажнять вашу кожу, но кожа при этом не блестит. В общем, реально идеальный BB. После того, как мои знакомые женщины и девушки попробовали этот BB-крем, все сказали, что теперь будут использовать только его, потому что, ну, он для них идеален. И для меня, если честно, тоже. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Надеюсь, вам понравился мой рассказ про все эти средства. Они действительно хорошие. Я желаю всем лечить свою кожу, бороться со своими проблемами. Да, косметика действительно, она люксовая, она не дешевая, но поверьте, это не та косметика, как, ну, а-ля, не знаю, там, красная помада Шанель, которая стирается у вас вот так вот любым касанием, хотя стоит 3000 рублей, и вы думаете,
думаете, почему вы ее вообще купили. Здесь цена равно качество, и вы ни в коем случае не пожалеете, если будете пользоваться этими средствами. В общем, мы реально в шоке с моей мамой, мы теперь довольны и понимаем, что есть такая косметика, как Бонабаги и Доктор Жар, которая действительно улучшает кожу, и вы реально молодеете. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, обязательно поставьте палец вверх. Ждите вторую часть у другой косметики, которую мы привезли. Мечтая, действуя, уже заговариваюсь. И никогда не останавливайтесь. Я вас очень сильно люблю. Всем пока-пока. Пасхалки с прошлого видео были спрятаны на этих местах. А вот и случайные два человека, которые нашли их. Поздравляю вас и передаю привет. Ваши сигны будут в сторис на моем инстаграме.